Vertical World News. Тишина! Тишина в студии! Всем привет! Сегодня начало отопительного сезона, а значит, в домах будет тепло. Махонин победил на выборах. Что еще интересного в крае, расскажу прямо сейчас в вертикальных новостях. Я Маша Никитина, поехали! Возле одного торгового центра появился вот такой интересный дорожный знак. Видимо, для тех, кто в танке, знак поставили прямо посреди дороги, чтобы точно можно было понять, что проезд там запрещен. Дураки и дороги, чё? А вот кто в танке, так это точно этот таксист. Видимо, для водителей Яндекс.Такси есть свои правила дорожного движения. Будем надеяться, что таких водителей очень быстро накажут. Тем временем приставы оштрафовали коллекторов компании Конго за навязчивые звонки и смс-ки с разных номеров. Штраф 170 тысяч рублей. Ну, в принципе, не так уж и мало. Наконец-то эти ребятки поумерят свой пыл. Прокуратура Перми требует закрыть мини-отель «Дюймовочка» в центре города из-за несоответствия нормам пожарной безопасности. Честно говоря, гостиница и внешне выглядит так, как будто на ладан дышит. Еще и в подвале. Но не все так печально с городской средой в Перми. Например, на Загарье появилась невероятная цветная лестница. Вот так пробежался с утра, настроение себе поднял. А то погода сейчас особо не балует яркими красками. Следующая новость печальная, я бы сказала. Пришла новая волна заражения коронавирусом у школьников Пермского края. Если еще неделю назад выявились симптомы в 3 школах, то теперь их 6. Представляете? Одноклассников зараженных отправили учиться домой. Может, все-таки еще не поздно перевести все классы и школы обратно на дистанционку? Надо задуматься. Вы когда-нибудь были на горячих источниках? Если нет, то Балатовский парк – отличное место, чтобы их увидеть. Удивлены? Близко подходить не советуем. Надеемся, что данную проблему удастся решить. А как вам качество ремонта автодороги остановки Степная? Новый асфальт уже просто пошел трещинами и решил в прямом смысле слова слезть в долгий отпуск. Ладно, и так сойдет. Как остановка тогда на заводе масел? К слову, подрядчик обещал все исправить, но именно после своих же обещаний он больше не появлялся. Магия просто какая-то. А сегодня хочу вам показать умилительных горных, хотя нет, не горных, козликов. Смотрим, это ежедневная милота. А на этом у меня все. Одевайтесь теплее, берегите себя, своих близких. Увидимся, пока. Vertical World News.